кашу утром варю. Настоящий русский человек, да? А он кашу сверху, всякого такого. Так, ребят, значит, у нас поход на беседку йоги, да? Да. Все, супер. Чтобы это все увидеть, нужно будет пройти. Меда хочешь? Давай как-то так сделаем. Давай сейчас мы ее понесем. На шею. Пусть она пока идет. Она идет, да. Такой достаточно крутой подъем. Ну, просто есть другой вариант, да? Но он злой. Да, я... Так, это вот так кизил растет, да? Да, вот. Это не знает. Ну, еще рано срывать, да? Рано, да. Он в октябре будет очень хороший. Ой, там витамина С много. Варенье сидела бабушка здесь, да? Да. Я только сидела в этой варенье дома. В смысле, любила. Да. И вот, Женя несет, мама писает. Настя сидит, писает. Девочки, куда? Некуда. Да. Вот поле, дождь стеной, да. И вообще ничего. Да, ну, конечно, еще они вот так нагнетают, да. Грязные вообще. Потом, значит, Алиса. Алиса, вдруг неожиданно, я вообще не знала, что ее ухачивают, вдруг ее вырывают вот таким фонтаном. Она же сзади, я не подготовлена, у меня ни пакетик, ничего. Женя на это смотрит, знаете, как Серега, цепная реакция. Да, да. Мама, ее начинает даже нагнать. Он такой пучатый. Я ее не заснял, представляешь? Сейчас нажал на рек. На обратном. Перепугу. Не, в принципе, да, сейчас самый сезон. Да. Ты знаешь, мы ходили с Сашей в Сосновый Бор, который там у нас. Ага. И тоже вот такие шляпки хорошие. Ножка такая толстая. Ага. Не ложные, нормальные. Бурый. Ага. Цвет шляпки. Ага. Такой красивый. Не ложный. Сосновые боровики, наверное, какие-то. Белые. Красота. Хоть не дошли, но уже даже здесь. Человеку вот такое желание проявляется. Да, вот видишь. Слушай, а вчера знаешь, что будет случайно? Ага. Вася ушел. И, короче, у нас там есть один общий знакомый, он нам стекла потом ставит. Ага. Он, короче, стал этим. Стал увлекаться саентологией. Саентология, да. Пещеры? Пещеры? Нет. А. Новая религия. А, религия. А, это этот актер известный там американский. Что-то там вообще не помешает. Ну, у Аньбу Запада вообще это направление. У них идея у этих саентологов, что якобы раньше была заселена планета так же, как сейчас. Вот что началось, в общем, катаклизмы появились после того, когда перенасыщение техникой произошло, перенасыщение людьми. Якобы... Представляешь, направление выросло. Угу. Не поверите. А, это было, это вообще опасно. Якобы это было вот то, что перенасыщение было на другой планете. И получается, вот людям куда-то нужно было выдвинуться вдруг. Да. Смотри, вон море. Видно тебе море? Да. Угу. О, какое море. Видно тебе? Вон, видишь море? Видишь? Да, море. Море. Да красота. Чудненько. Да. Здорово, что ты так. Так, ничего. Шикарно. Вид вообще. Ну да, тут раз перекусил, водички попил. Ну, мы сейчас на другой лавочке, там тоже красиво. Ага. Полюбовался. Чудненько, да. Да. Обратно? Пойдемте. Красота какая. Thank you.
Вообще, Боря, вчера котенков там, знаешь, прошел многих. И он мне кричит с дома: Саня, гони его. Сейчас тебя типа тоже будут завербовывать. Я говорю, я уже завербован, меня бесполезно. И что там, слово за слово? И садит, ему говорит, задает вопрос этому парню. Он говорит, так ты там платишь? Это все это, десятина. Вступительные. Взносы. Он молчит. Да он несет, конечно, несет. Я говорю, что действительно, ты вот в этой организации, как бы, Христовна, да, ну как сказать, ты понимаешь, да, какой? Ну, да. Как бы это от Христа, что надо идет, их нет, толчок. Что несешь, он такой молчит, типа. Ну, значит, несет. Несет. Я говорю, а зачем ты несешь? Зачем ты между тобой и Всевышним, у тебя посредник появился? Понимаешь? Он такой, знаешь, вот. Раз. И вот каждый, смотри, каждый обед он слушает это, знаешь, про Христа там разные. Ну, в смысле, фишка в том, что они несут. Понимаешь, и сосед такой, сосед. Саня, осторожно. Они несут какую-то там копеечку туда. Да. Ага, отлично. Да, дай бог. Уже видно лавочку. Так, я, наверное, сзади буду, чтобы никто не покатился. Да? Не, ну рискованно. Не, заехали. На полном приводе. Не, так там можно, да. Она у нас вот от мор вокзала, да, у них туда всю набережную. На горке, наверное, чем будет заниматься, не знаю. Да, это синтеист, еще нужно досмотреть. Это лекция, мне прям так интересно. И этой девушке нужно дать, сказать большое спасибо, да? Ну да, разведчица. Разведчица, несколько лет, прикинь. Ну она выяснила, что почем. Походила их на этот детектор. А вот интересно, а для какой цели они детектор? Да, вот, да, да. Там первый, знаешь, какие первый вопрос? Первый десяток вопросов. Так что выяснилось там, Марин? Заинтриговала? Дай воды. Ага. Выяснилось, что... Видишь, ну ты как высоко, да, Марин? Угу. Так они сюда, я тебя подниму на лавочку. Боится. Боится, но доверяется. Там море с другой рамки, стороны. Дачи, домики. Вот здесь самый класс, да? Вообще. Да, сейчас уже вот такая, видишь, более пологая будет. Ну тоже вон люди мусорят, банки набросали. Да. Ну что, да, ну пришли в такое место, да, это и уже не люди. Зачем бросать здесь человека мусор? Человека можно стать, да. Жизни, а это еще... Рождаются все одинаковые. Ага. Ну ничего, природа свое возьмет, вырастет здесь. Домики, виноградные там растения. Здорово. Я сейчас уже не понял, где это. Угу. Оказывается, это... Ну, это южная железка, где ехала. Нет, это... А, вот это южная железка. Это южная железка. Вон там вот так. Да, это южная железка. Подожди, это полностью прекрасно. Ну да. А мы сейчас видим, когда ты поймешь. На беседке там все видно. Ой, это цветочек. Класс. Разделение с природой это единственное. И вот, кстати, вот что не может брать природа. Вот на природе тебе приходят истинные мысли. То есть я была на практике одной выездной в лесу. И у нас такие были открытия крещения, это как раз крещение. Давай тебя посмотрим. Сейчас батарейку разжижу и. Ну деревца нам не дают видеть море. Ну мы сейчас пойдем. Чуть-чуть осталось, чуть-чуть. И увидим. Получается, мы причастны к Христу Христа. То есть. Там где-то, наверное, тоже есть море, ты права. Может быть, в той стороне океан, где-то далеко. Да нет, не может быть. Что, добираться? Может, такое место выбрать, ты сейчас
видишь, обалдеть. Шикарно, да. Сюда бы зимой, знаешь, это походить просто. Угу. Зимой походить, когда не жарко, знаешь, пойдешь. Ну да. Людей сюда мало просто. Ну да, место еще знать надо, как сюда добраться-то. Дороги. Лиса молодец. Да. Сегодня дошла. Беседочки. Пока Женя там тренируется усиленно. Алиса тоже тренируется. Да. Ты Женя отошлешь фотографию, Алиса? Где ты в беседке? Скажешь, Женя, смотри, я тоже тренируюсь. Тоже с папой, с мамой хожу. Ничего, скоро увидится. Да, что соскучилась по Жене? Алиса. По Жене соскучилась. Наверное, Женька тоже по тебе соскучит. Конечно. Думаю, где моя сестра там? Как она поживает? Смотри-ка, как добротно сделано, а? Ну, ты ее ага. Смотри, что ничего не писать. Да. Очень здорово. Смотри, каменную, эту кирпичную кладочку. Ну, спасибо, там человек. Спасибо, да. Какие, ну, походить хотя бы просто. Вообще шикарно. Это ж кто-то ж поработал да, здесь. Кто-то притащил прям металл, да? Сварил кирпичи там, эти кирпичи, все. Да. Очень здорово. Идем? Ага. Давайте, шире шаг, смотри. А то мы будем так восьмать, да? Загадывайте желание, через арку проходите. Так, загадывал. Загорала желание? Как хорошо, что загадала. Все, теперь прямая здесь. И вот почти пришли. Беседка йоги, да? Слушай, ну тут здорово, мы вообще единственные, наверное, со всего города. Ну, потому что нам пораньше ехать. А, но, или тут... Сильно рано не надо ехать, может, сильно рано уже люди были здесь, знаешь? Да ты что? Кто-то раньше приезжал. Да. Медитируют? Да, понятно. Море видно. Так, с нее, надеюсь, тут сложно упасть. Или близко не подходить там. Ага. А, люди? Ничего себе, значит, мы не первые. Не солить, ну, таблички. О. На главную, на все, главную, палубу, да, Ух ты, какой вид. Обалдеть. Все, дальше деревянчик не идем. Вот это вид. Алиса. А вы не знаете, как пляжу? Папа, ага. Не мы вот по дороге не пойдем, мы все время что-то тропинка. Вот эта тропинка, она идет вот вниз, 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 потом вот так кольцом сюда, кольцом сюда. И вы подходите к такому месту, где ты даже туда поднимитесь, да? Сейчас поднимемся, мы с ребенком сейчас. Дай ручку, о боже мой. Ну вот к этой дороге, я понял, там уже дорога, да, какая-то? Да. Марина, вот это вид вообще. Посмотри, полностью открытое все море перед вами, перед глазами. Стрекозки, смотрите, как приходит. Ага, вон сколько стрекоз. Стрекоз вообще немерено. Вот так надо. Так, фоткаться надо.
Это вам вот так не нравится? Шут-манжут. Я, короче, стану помочь тебе. Мне кажется, палочка. Чиф? Ну, жук здоровый, но, по-моему, уже он отдает концы. Он по этой тропинке шел? Он по вот этой, потом по этой поднимался. А мы шли вот, которого в лесу. Ну ничего себе. Слушай, вот это красота. Да. Обалдеть. Ну не забудете, одна тропинка вот так пойдете вниз и все. Просто держитесь ближе к горе. И все. Там дойдете, внизу будут палатки, вы до них дойдете, если вы же не спешите никуда. У них просто и все. Вон, еще один жук полетел. Вон, видишь? Ага, здоровые. Здесь вид такой, но близко не подходите. Я бы не смогла подпустить. А чип вот здесь шел, кстати. Я боюсь так высоты вообще. На это дело привычки. Ну да, это тренируешься. Сейчас куда пойдем? Давайте наверх теперь. Пойдем наверх. Вот на самолете я не боюсь никак. А вот такое, вот на колесе обозрения я боюсь. Это дело привычки, Орес. Тренируйся. Да, конечно. Знаешь, чуть полетать. Вот там, вон же, мы же вам говорим, вот это, где мы купали. Угу. Давай пойдем наверх, там оттуда будет. Пойдемте, пойдемте. Марина уже наверху. Да, здесь немного такой спуск, он первый, там метров 20 такой. Дом йога. Ну там сильно круто не было. Нет, так, обидочки. Спортивный человек. Обидочки, девочки. Да не, мы с детьми шли вообще вот такие. Ну дети к нам не разобрали. Да не, природа сама разберется тут, я думаю. Мы уже не поможем ему. У меня есть просто этот мальчишка. Угу. Собирает? Все, Алиса, пойдем. Так мы с тоже местные. Нам все тоже. Давай. Попробую ее наверх. Смотри, пойдем наверх. Ноги. Ножки. 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 Мамаги. Да. Угу. Смотри, какая беседка. А? Как красота. Алиса видит все море. Ну ничего себе. Обалдеть. Угу. Боюсь. А ты не подходи близко, здесь. Что, ты же с папой не будешь. Не буду. Вон, видишь, где мальчик? Угу. О море, боже. А малый утро где? Вон дальше. Дальше, ага. Он получается обрал. А, да. Вот тогда. Да, это не, это самый мальчик, обрал. Получается вот это вроде. А вот эти что? Супер, супер, супер. Супер, дальше. Вот, мама. Здесь у нас это там. Здесь. Кстати, вы просто так же дедёшься, нет? Ну что, винища. Мешаем запасы. А Марина где? О, ага. Супер. Ой. Вот там, видишь, там уже они тоже сделали мостик и тоже. Угу. Класс. Ты байдарка, что ли? Да. Ты же знаешь, популярная вот такая называется? Становись на доске. Ага. Базилейку пришли, вон, видишь? И вот так вот по кругу прошлись. Так, так, так. Видишь, где искусственный причал? Вот до него почти, да? Да, до него почти. Ну, больше против солнца. Да, надо убрать. Моей тоже.
Подъехали туристы, пары нет. Да, да. Там раз туда зайти. Да, мы рекламировали, куда поехать, как поехать. И там стояла еще была семья, которые хотели куда-то. И она им припомнила. Семьи вот по такому. Нет, очень просто. И там с детьми, кстати, мы нашли. Природа, да, мы смотрели? Я знал, будет 400. Как гребешочка. Так здорово. Вон там он, видите? Ну, уже нету его. Дельфин. Один и так хорошо прыгал. Дельфин. Дельфин, дельфин. Папа. Папа. Да. Ой, папа. Стрекоза. Мама. Либо. Либо. Не надо, не надо, не трогай там. Что там? Вон там коровки ходят, пасутся. Пасутся коровки. Коровки пасутся. Ой, одиношу. А Маша? Папа. О, папа. А вот и нету. Да. Нету, а вот и да. Чушь. Кола. Папа. Да. Куда-куда, Алиса, осторожно, тут вон пропасть какая. Да, и правильно, надо бояться. Моё будущее.
Да. Это она с родителями. Я там, я был там, Вик? Слушайте, а знаете, есть такое... Мы же были вместе, Боря. До... до... Нет, не до Геленджика, а до... Кабарди. Есть Кабарди, Кенкинг-скала. Там вечерами устраивают... Море! Видишь прозрачный поток? Видишь прозрачная водичка? Да. Камушки видно? Вообще обалденно. Ну, в Крыму очень чисто, да? В Крыму, да, и у вас пляж. Вот мне коса Баляус вообще понравилось. Да. Не, ну туда дальше этот. Там с первой по четвертую лагуны. Между малым и большим утрюшом. Места есть просто потрясающие. Мы там вот всю ночь там колобродился, ходил. Слушай, помнишь, тебе рассказывал об этом? Да, я же там ночевал. Кстати, ну... мы с малого утрюша, между малым и большим, там первая, вторая, третья, четвертая лагуна. И там эти, ну, нудисты живут. Целые лагеря. Там тоже нудисты. Это не тыш, это лиманчик. Вот, там лиманчик. И вот там вот получается, вот, вот где вот этот последний, вот этот мыс, за ним там... А мы вот прошли весь. Мы всю ночь ходили. Серьезно? Да. Я так и не заснул. Вот куда вы пошли? Мы туда пошли, мы потеряли своих ребят. В 5 утра легли прямо на камнях. Серьезно? Да, да, уже начали засыпать, они нас нашли. Да ты чего, Бог, они... без матраса? Без матраса, я вообще... Вкусно кормили, надо поволочить. Я снял даже ногу, жарко было ночью. Представляешь, такая ночь была, теплая. И пошли к ним в лагерь, пришли в лагерь, легли спать, спальник мне дали. Я начинал засыпать, а мне, как оказалось, я занырнул перед этим, и я, Олесь, не трогай. Короче, подумал, что вода в ухо попала, а оказывается, муравей. И он, короче, я вот только часа через два я его убил, ну, понял, что это муравей, он мне прям на удачку. Но уже рассвело, и как бы уже так и не выспался. Но шли обратно, я прям, ну, заныривал там везде. Ну, снял же все, твой чехол, взял камеру, взял, посмотрел. Так что... Так, ну что, может потихонечку, как вы? Пойдем. Сколько? Да, тут, этот... Джоник 13:30 заедет. Пойдем, шептай. Давайте, Вик, может, давай собираться? Да, давай, давай. Мне так нравится этот... Кстати, хорошая идея. Так что, чай допиваем? Обязательно допиваем. А вот это что за чай? Зеленый. Ручку. Видишь, как высоко, Лиз? Да. Вон море где, далеко-далеко. Ну, что, пойдем? Весь вымокнет, замочит все свои причиналки. Все. Да, да. Тащит друга на спине, там с раненой ногой. Ему все. Спасибо, нравится. Спасибо. Это знаешь, это на самом деле. И вам всего доброго. Хорошего отдыха. Спасибо. Давай я ее, наверное, на руках попробую. Аккуратно, Атя. Что, жук выжил? Да? Жук? А, муравьи-любители. Набирай его. Да нет, нет уже. Да не, да. А, так слушай. Муравьи его уже, это да? Не, он еще двигает. Ну, понятно. Агония. Бедненький.
Ну, спасибо этому месту. Шикарному. Да, ты молодец. Отвлек муравьев от... А они все равно его найдут. А вот, смотрите, какие там амулеты. Да-да, я забыл тебе сказать. Угу. Там внизу были, когда мы на море шли, там дядечка, который жил в палатке, он делал вот эти ловцы. Ловец снобли, как он называется. Да-да-да. Он там сделал, здесь повесил один. Ловить хорошие сны. Ну, типа так их называют, ловцы там. Ага. Вы, бери виноград. Сейчас, Сань, чуть-чуть попозже, сейчас нам главное подспуститься. Нам заснять это все на память. Заснял, да? Да, по большому счету, всю эту красоту запечатлеть. Вы молодцы, дорогу хорошо заметили. Мы просто потом поднялись, потом спустились. По этой легче идти. По этой с детьми вообще. А потом лучше. По та дольше, наверное, да? Она так кругом идет. Вот по той ближе к этому. К морю? К морю, да. Ну да, везде свои плюсы, свои минусы. Вон Кизил, да? Угу. Может, месяц, они не так раньше. Угу. Я так объелся вообще. Да? Думаю, я так объелся. Ну, сейчас тихонечко будешь спускаться, у тебя все нормально. Надо поделиться. Смотри, да? Видишь, да, мы, получается, на самой горе, да? Угу. Дубы, да, везде дуб. Что это такое? Горный. Не, здорово, спасибо, Санчо. Вытащили нас. Такое место шикарно. Да не, не, давай. Эх, ладно. Да, да ел бы, конечно. Что-то не сильно спать. Бывает. Сентября начинается, вообще будет, ныряешь. Ага. Я два костюма одевал. Да. Когда долго работать, а вот два, ну я сам такой мерзляк, знаешь. Ну да. Ну и пацаны, смотрю, тоже так за это сам, по два часа сидишь под водой. Блин, уже зубы стучат. Вообще. И когда кому скажешь, что в Африке это самое, что в Африке замерзаешь, все смеяться начинают. Ну да, 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 смешно. Дядя Саша, руку давай. Давай, 3-4. Три, четыре. Еще, все, все, да. Я, Женьки, помнишь, вывихнул вот так руку. Да, с ними надо, у них суставы еще такие. Давай, девчонок снимем. Ну-ка, помашите ручкой. Это вы где были? Супер, супер. Какой-то долгий дядя Йог. Йог, да. А, еще хочешь выгодить? Нет, хорошо, понемножку идем, видишь, спуск какой большой. Надо держаться. Ну, через этот камушек, да, епа, через камушек можно. Епа. Все, а здесь сами, сами. Вон бабочка какая красивая. Да, да, смотри, смотри. Вот ты, короче, у Стаса сын, выбирает где-то самый больше жуков. Жуков? Ты таких, тропачков, знаешь, все. Ну, понятно, даже. Красивая какая, смотри, Алис. В детстве таких много было, да, помню. И еще одна малышка. Сейчас сядет. Вон, Алис, смотри. Видишь, Алис? Смотри, планирует как, да? Интересно, сколько бабочки живут? Слушай, они вообще не долгий срок. Некоторые вообще там день-два. Некоторые там максимум несколько дней. А если там перелетают с континента на континент, ну еще нет, не здесь, Алис. Да, здесь опасно, пап... Алисик. Папа сказал, что это самое. Пока идем так. Где будет опасный участок, там будем перепрыгивать. Я же когда там в прошлом или позапрошлом году Женьку дернул за руку, вывихнул ей плечо. И мы, блин, и в травмпункт, и травмпункты закрыты. В один, в другой, короче, в частную клинику поехали. Идем. Да. Вика, когда мы в прошлом году, я вывихнул Женьке руку случайно. Конечно. И мы, блин, намучились, я испугался. Это, оказывается, очень часто у детей. То есть, дернешь как-то сустав там.
Алиса, идем. Алиса, руку обязательно. Камень. Ну, сейчас не прыгаем. Сейчас вон там, кстати, птица или вороны. А, вон вторая. Две сороки, по-моему. На спуске не прыгаем. Только да, Алис, здесь разгоняться нельзя. Нет, хорошего, по чуть-чуть. Да. Что? На спуске нельзя разгоняться, то потом нож себе расшибешь. Вон, вот что это за сорока полетела, да? Видел сейчас? Одна. Сейчас. Да, красивым. И сейчас вторая должна. О, вон вторая пролетела. Ну, напряжешься, тяжело будет. Съехать, ну, экстремалы, да. Я сейчас, Сань, выключу. Не, вот когда какие-то непонятные споры там, то это... Да, ты приезжаешь отдыхать, расслабляться. Я вот даже вот я не люблю, когда о работе спрашивают. Да, вообще, да, так зачем вот на отдыхе проговорить про работу? Да? Не тоже, брат. А что вот мол, ничего про работу не нужно? Угу. А вот что я тут буду тебе рассказывать? Да. Вот, так мы так, знаешь, и так и получилось, что. О, аккуратнее. Осторожно, Алис. Не прыгаем, Алис. А там здесь такой идет спуск. Опасно прыгать. Опасно прыгать. Кубарем покатишься и все. Вот. И ну его убили, брат. Нет, вот это специально. Алиса, не вот, балуйся. Когда мы едем там Залина, там вся наша кожа, там банда, там. Ага. Вот так хорошо. А у них малая, ну помладше, ваша там годик есть, да? Ага. Она такая помладше. Ну вот они тоже очень хотят. Они благодаря им мы это и увидели это место, за ним там нашего. А, давно еще, да? Да. Алиса, что? Ты хочешь, сейчас с мамой пойдешь и с тетей Мариной. Держись, Алиса, держись. Держись крепко и иди с нами не спеша. Все, давай тогда мы маме тебе отдадим. Давай. Пойдешь к маме? Бабочка. Угу. Вика, возьмешь ее? Она хочет к маме, говорит. Только не отпускай ее с горы. Это вообще. Говорит, не прыгать. А говорите, она вам не мешает, она будет под. Да. Главное, с горки ее не отпускай. А она с нами хочет кататься тут, ну. Хочет кататься, а хочет за танцы. Так, Сань, мы впереди, потому что если вдруг у них кто-то споткнется, мы с тобой ловим. А она видит какие-то, она думает, что вы ее будете. Вы ее шаби. Ну, короче, закан вообще будет, честно. Вот сколько мы вот ездили, через я честно, стрелом был, смотрим, вот разные там туда, походу, туда. Это единственное место, приезжаем. Отдых душой и телом. Никто там никому не мешает. Оделись, пошли, там сходили на эту горку. Да, горку там на лавочку посидели. Там эта речка еще, да, вот это фантастическое. Место какой-то силы вообще. Ага. Да бы, конечно, по-хорошему на недельку, знаешь, там не так. Не, ну неделька, да, самое то. А я в этот раз тоже приехал, я расскажу. Угу. Приезжаю. Ну вот там последний. Там же вообще типа связи нет, там сотовый телефон не ловит. Да. Немножко осталось. Так и хочешь прыгнуть. Пойдемте, да? Потихонечку. Пойдем потерпеть. Как будто. Не, ну это у него все потрескалось. Ага, гриб. Видишь? Видишь гриб? Видишь? Вот белый, видишь какой? Пойдем у тебя не переживай. Как будто он не с нашей планеты. Да. На камень сейчас похож, да? Гриб вообще классный. Пойдемте. Вика, Марина, смотрите, какой гриб. Что, уже мы работаем на камеру? Да. Работаем на камеру, Боря снимает. Ой, какой гриб! Ой, не с нашей планеты. Наверное, не с нашей планеты. Наверное, марсианский гриб. Летел, наверное, на Землю. Это гриб. Я нашел твой папу, молодец. Величайший гриб. Алиса, как папа? Это твой папа нашел гриб. Да, нам тут в садике. Боря там. Где-то еще
еще один был гриб, я пожалел еще один гриб. Был дальше, покрупнее, по-моему, да. Не, хотя этот, наверное, крупный, а тот просто... Не, ну вон грибы, но они, по-моему, не очень хорошие. Вон, видишь? Ага. Шляпы, это самое, как у маховика. Где? Не, ну там под шляпой там, я вижу, что-то такого. Сгнило все. Шляпки? Да, шляпки. Да, шляпки. Держимся. Молодец. Молодец. Спортсменка будущая. Почувствовала, что можно это самое. Да, да, да. Шляпки. Шляпки, шляпки. Ну что, упор крепкий, чувствует. Да, чувствует силу. Силу в руках чувствует. Прошли уже, прошли. Блин, давайте в гости приезжайте в Питерса. Ну, наверное, очень хочет тоже. Есть что показать. Да, тут видишь, движуха это как его. Шапки. Шапки. Ты забралась на самый верх горы. Ты видела? И увидела бекешку. Высоко-высоко. Высоко, да. Поднялась. А? Да, ты высоко поднялась. И потерпела, не плакала. Вот это молодец, конечно. Умничка. Сильная, видно, ты сильная. Ой. Ноги сильные у тебя. Пили дрова кто-то, видишь? Слышишь? Так, а женщины наши где? Смотрим, где мама. Тетя Марина, где ее мама? Или внизу уже их лучше посмотрим. Не, подождем. Они опять ля-ля. Ля-ля, да. Ля-ля.